опускаем ее до вот этой линии. Угу. Все. Включаем работу каретки по перфокарте. Вот этим рычагом ставим в горизонтальное положение. Угу. В этот момент происходит сцепление каретки с вот этой транспортной лентой. Угу. Видите? Да, да. Лента начала тоже двигаться. Мы проводим кареткой справа налево. Видите, иглы встают в рабочее положение. В этот момент мы разблокируем перфокарту, чтобы начал читаться рисунок. И нажимаем верхнюю кнопочку. Вот здесь, да? Угу. Так как это у нас будет жаккард, значит, нам нужно поставить, соответственно, контрастную нить. Нить у нас внутри. А дополнительную нить мы просто вертикально вот так вот засовываем, и все. Да, вот. Где-то надо ее тоже закрепить? Ну, мы ее просто придерживаем, да. Угу. Я никогда вот так вот, честно говоря, не закручиваю нитки. Я просто придерживаю. Либо есть еще такой способ. Просто берете прищепочку, навешиваете, чтобы она у вас элементарно, ну, вот не выпрыгнула вот так вот. Вот. Все, придерживаем. Зинг включен. Я придерживаю, вы проводите кареткой. Только туда, да? Да. И проводим кареткой туда-обратно, туда-обратно. Вот таким образом вяжется жаккард. То есть тут только надо сильные руки иметь, да? Ну, это как-то так кажется на самом деле. Еще? Вот здесь видите, когда начинают к центру вот так вот загибаться края, это значит не хватает оттяжки. Значит, мы наши грузики, не снимая оттяжной гребенки, просто грузики навешиваем по краям изделия. Обязательно всегда по краям, чтобы кромочные петли у нас всегда были в оттяжке и провязывались. Вот смотрите, мы когда вязали, да, у нас, соответственно, тоже кромочные петли провязывались. Если говорить, чтобы саморегулировать, вот видите, в работу встали кромочные иглы. Мы их просто задвигаем в рабочее положение. Соответственно, рисунок у нас тогда провязываться на них не будет. То есть, каждый раз их так надо принимать в рабочее положение, да? Есть еще стопики здесь в наборе. Либо вы устанавливаете стопики. Это уже будет посложнее, это каждый раз надо будет поднимать. Ну да. Угу. Вот. И если мы посмотрим на наш жаккард, не снимая. Угу. Вот. Ух ты. То есть все очень просто. Сложного тут абсолютно ничего нет.